Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Гэмбли. Замечательная, друзья, игра. Кто не знает, погуляйте. Здесь статистика, посмотрите, здесь более 53 тысяч игроков. Резерв, в принципе, нормальный такой, на 76 тысяч. Ну и выплаты более 7 тысяч долларов. Значит, зайду я в аккаунт. Я проверила эту игру на вывод. Игра платит абсолютно без вложений. Я сюда ничего не депонировала. Вот, попала я на страничку. Значит, смотрите. Ну, это как бы аккаунт, да? Вот, пополнено по нулям. И выплачено у меня вот 2 миллиона вот этих самоцветов, или как они там называются. Вот, рубины. Так, значит, вот мой баланс здесь, если мы посмотрим. Так, и... Так, поставить можно русский язык сразу. У меня стоит темная тема. Светлую я даже не знаю, как поставить. Ладно, не помню. Значит, что нужно делать при выводе монет? Вот этих самоцветы. Или как они там называются. Я вам сейчас все покажу. Так как спрашивали в комментариях. Вот здесь меню слева. Видим, да? Здесь финансы. Пополнение. И выплата. Выплаты. Кликаем на выплаты. И здесь у нас в платежной системе Pair. Вот такая платежка. Здесь уже карты пошли. И Advocash. Как бы кошелек у меня прописан, так как я уже выводила. И видим, вот у меня вот здесь отображается вот этот вот баланс. А здесь вот сумма. В рублях минимальный вывод от 5 рублей. Также можно выводить, смотрите, рубли. Вот здесь, ну, вот, вверху такие вот. Потом можно выводить в евро, если мы кликнем. Значит, смотрите, также отображаются вот эти самоцветы. А здесь уже сумма. Если на Pair. В евро у меня 6 центов. Ну и USDT. Если мы выводим, естественно, также 6 центов. Я ставлю рубли. И вот видим, да, минимальная сумма 5 рублей. Так, я еще не собирала прибыль. Сейчас я его закрою. Кликаю вот сюда «Играть». Нам при регистрации дают 100 тысяч вот этих самоцветов. На эти самоцветы покупайте персонажев. И вот у меня уже как бы набралось вот эти самоцветы. Их нужно собрать, естественно. Сейчас покажу своих персонажей. Вот у меня вот эти куплены. Вот эти можно покупать... Сколько хотите, столько и покупайте. И вот эти еще у меня. Так. Давайте собрать вот здесь. Собрать прибыль. Все, я собрала прибыль. И вот у меня такое количество монет. Так. Так же, как я уже сказала, можно здесь без вложений платить, да? Вот на бонусные эти монеты самоцветы покупаем персонажей. Также на серфинге. Здесь 59 серфинга. Также просматривайте серфинг. Вам дают эти самоцветы. Собирайте или на вывод, или покупайте персонажей, как хотите.
Вот, но прежде чем выводить, обязательно. Так. Сейчас, друзья, покажу. Нужно зайти. Прописать платежный пароль. Обязательно. Идете в настройки. Значит, и вот здесь безопасность, кликаете, опускаетесь чуть ниже, и здесь код-пароль. Обязательно нужно прописать вот этот пароль от 4 до 6 цифр. Прописываете, сохраняете. У меня прописан, естественно, пароль. Тут написано сбросить код-пароль, если хотите поменять. Ну, давайте выведем вот эти копейки свои. Так как минималка у меня уже набрана. Вот у меня 5,83. Я кликаю вот Payer, уже стоит рубли. Так как у меня в рублях минималка есть. Далее кликаю вот здесь. Видим, да? Внимательно, финансы. Здесь пополнить, если пополняете, не забывайте о рисках, то, что это интернет, и все инвестиции в интернет всегда это риск. И здесь вот выплата. Так, кликаю «Заказать выплату». И видим, да? Нужно ввести вот этот код-пароль. Подтвердить действие. И видим, стоит галочка. Выплата отправлена на ваш кошелек. Закрыть. Я сюда ничего не депонировала. Все. Я вывела свои монеты. Абсолютно без вложений, как я сказала. Так, идем на Payeer. Так как такая маленькая сумма. Вот я выводила отсюда первый раз. 5 марта. 150 рублей. 5 марта. 150 рублей. И вот мой логин. Спасибо за выплату из игры Gamely. Давайте теперь обновим кошелек. Платит абсолютно без вложений. Инстант. 07 марта. Вот 5,83. Также мой логин. И выплата из игры Gamely. Так что работайте абсолютно без вложений. Покупайте этих персонажей. Зарабатывайте на серфинге. Вот. Ну, как-то так. Я считаю, что неплохо. Можно и поработать. Абсолютно без вложений. Так что, я надеюсь, понятно объяснила по поводу вывода. Ну и здесь собирать монеты. Здесь вот меня не было с неделю где-то в интернете. У меня накопилось 2 миллиона. Я просто зашла, собрала прибыль и поставила деньги на вывод. Не обязательно, да, как бы заходить каждый час. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.